Всем привет! Привет, привет! Привет, привет! Добро пожаловать на наш канал. На мой канал. Ну, теперь уже Таня, наверное, уже теперь наш, не наш. У нас сегодня прогулка в темный лес. Мы решили завести детей в темный лес. Сейчас я вам их покажу. Вот дети. Дети, поздоровайтесь. Привет, скажите. Привет! Привет! Куда идем? Привет! Что будем делать там? Белков кормить. Белков. Белков. Короче, решили найти белочек, зайчиков или кого-нибудь еще. Мы-то решили, только найдем ли мы. Ну, вряд ли мы кого-нибудь найдем, но мы им оставим. Если мы их не найдем, мы им оставим еду. Да? Mm-hmm. Орешки, семечки. У нас прям возле дома, прям такая лесопосадка. Мы вот сюда ходили как-то за грибами. Вы уже, наверное, видели видео. Вот. Прям буквально от нашего дома недалеко. Вон там дом наш виден. Вот наш храм. И тут же вот госпиталь, здание госпиталя. И вот наш лес. Мы сюда ходим и за грибами, и шашлыки ходим сюда жарить. Тут есть, ну, не специально оборудованные, а люди для себя сделали пенечки, столики какие-то. И весь лес ими наполнен. Ну, к сожалению, не все убирают за собой, и лес немножко грязный. Вон Керем уже копает. Наша задача была найти чистый снег и в нем покопаться. Так что Керем его уже нашел, так что он сейчас покопается, можно домой идти. Вот. Дмир тоже нашел. Ну, здорово, да? В лесу. Может, чуть дальше еще пройдем? Или прям, здесь покопаемся и домой? Керемчик, пойдем, мы там еще найдем. Пойдем подальше, Керем. Куда пойдем? Направо? Направо пойдем или налево? Я предлагаю пойти направо. А я налево. Ну и пошел направо. Где у тебя право-лево? Сено, солома. Нет, пойдем сюда. А то мы там к трассе выйдем, к дороге. А вот здесь вот хорошо нам будет. Пойдем сюда. Я не слышу. Что ты говоришь? Мы с Владом тоже ходили. С Владом здесь шли? Да. Ну да. Ну что, не видно белочек? Не видно. Не видно? Да. Ни белочек, ни зайчиков, да? Да, нету. Давайте вот сюда вот свернем. Давай. Вот сюда вот чуть-чуть свернем. Вот. Здесь вроде почище снег. Идите там, копайте. Что тут не копается? Вот какая красота в лесу. Деревья, солнце такое. Ой, солнце, небо такое яркое. На солнце поворачиваться уже не буду. О, где моя дочь? Вон она там идет. Дети счастливы. Хоть снег увидели наконец-то. У нас тут даже лыжники. Керем первый раз увидел лыжников и лыжи, прямо остолбенел. Встал, застыл, стоит, смотрит, вообще не понимает, что происходит. Что это такое у них на ногах одето. Так смешно. Вот что значит, дети не знают, что это такое. Лыжи, зима и все такое. Я тоже, когда в институте училась, там на первом курсе, что ли, там в первой жизни у нас был зачет по лыжам. И зачет у нас был в Измайловском парке. Вот. Какие лыжи? Я воспитывалась и выросла на Северном Кавказе, и там снег выпадает крайне редко, не такой снег, чтобы там на лыжне лыжи. Естественно, ни у кого не лыж, никто никогда не учился, не знаю. А тут зачет сдавать. Я даже не знаю, как их одевать, эти лыжи. Ой, ну, в общем,
одели лыжи, дошли там куда-то. Вот ни, нас никто не тренировал, ничего, просто выходишь в лес и это, ну, парк в этот, и сдаешь там на лыжню. И вот там сколько-то километров. В общем, я эти лыжи нацепила, 5 метров до ближайшей елки доехала. Вот, там лыжи сняли, постояли, там кольцо такое замыкалось. Постояли, пока те эти круг прошли. И с ними вместе из этого леса вышли. Потому что если бы на самом деле мы на лыжах шли, я там еще одна девочка тоже с моего города, вот мы бы этот зачет в жизни никогда бы не сдали, потому что мы вообще, ну вот вообще от слова совсем. А в школе не было вот? У нас снега не было. Конечно нет, у нас снега не было. Где бы мы там? Я любила лыжи всегда. У нас в школе всегда было, мы сюда ходили, мы тропу ходили на лыжах, я прям очень любила. Не, ну я понимаю, а если вот у нас, в Ессентуках, там зима тёплая. Учили как-то кататься на лыжах. Ну все равно, вы же в школе, ну понятно, все равно вам там показали, как эти лыжи одевать, ну вот. Ну да. Ну а я вообще их первый раз тоже так же увидела. Были с ботинками крепления, а были просто вот одеваются. И такие защёлки были металлические. Да, да, да. Я не знаю, какие. Ну сейчас, наверное, какие-то, ну, с обувью, наверное, вот эти, да? Ну, наверное, там какие-то супер-пупер. Я даже не обратила внимания. Я бы покаталась бы на лыжах. Ну, ты говоришь, лыжня есть, там дальше где-то она? Ну да, она туда вот, где, этот, где собачья площадка, в ту сторону. Там просека такая широкая, и вот на ней там лыжи. А мы когда это... Дерево там где-то скрипит, мне кажется. Мы когда это... За грибами-то ходили. Помнишь, там деревья были размечены? На них циферки. Ну это ж лыжня размечена. Это птичка какая-то. Нет, я не вижу. Деревья шатаются, например, не скрипят. Пойдем? Страшно. Страшненько. Лес, темный лес. Завели в темный лес детей. А эти вон барахтаются, им прям в радость. Таня, а ты вот в Турции знаешь какие-нибудь места, где вот там как, какие-нибудь такой лес, в который можно было бы прийти и вот там погулять? Вот я знаю, в Кемере там на сосновые там... Да, много. Ну, не знаю, я побаивалась что-то в Турции. Почему? Змеи там. А, ну да. Кабаны дикие там очень часто встречаются. Вот, поэтому мне что-то как-то опасненько там. Это у нас тут вот, хоть птичек даже нету вообще. Птичек нету. Зато вон там какие-то люди ходят. Лыжники ездят. Не, я не знаю, раньше как-то больше было каких-то... Хотя бы следы были видны каких-то животных. Даже здесь, а тут что-то вообще ничего не видно. И очень часто дятлы вот. А сейчас прям тишина какая-то полная. А может, эти дятлы зимой не живут? Я вот вообще не знаю, может, они куда-нибудь улетают? Ну, только собачьи фекалии. Очень интересно. В основном. Ну да, сюда с собаками ходят гулять. Вот наш храм. Такой красивый. Ну, там еще работы идут, он не закончен. Его строительство там внутри отделывают. Здесь вот машины стоят. Утром была какая-то служба, очень много людей было. Вот. Сейчас уже, конечно, разошлись, видимо. Вот. А здесь вот наш госпиталь, про который я неоднократно говорила, который тут ковидный был. Сейчас он обычная больница. Мне очень нравится территория вокруг храма, ее так облагородили, окультурили. И вот летом приходят сюда гулять мамы с детьми. Здесь очень красиво, зелено, тут лавочки есть. Ну, еще, конечно, деревья не выросли, тут их насажали, но они еще не выросли. Вот сейчас, видите, там они затянуты специальной пленкой, чтобы не замерзли. Вообще красивый вечером. Он теперь каждый день подсвечивается. Я думала, что только когда праздник, а нет, еще и каждый день. Когда-нибудь я зайду, вам покажу внутри, может быть, на Пасху. Сходим, посмотрим, сколько там людей и как внутри все сделано. Ну что, сходили мы в лес, дети разбежались. Идите ко мне, расскажите, куда мы ходили, что видели. Белочек нашли? Мы белочек нашли? Нет. Нету белочек. А кого мы видели? Собачек только. Собачек видели, да?
А видел, там лыжники были? На лыжах такие. Видел. Видел? Да. Тебе понравилось? Угу. Вырастешь, будешь на таких лыжах ходить? Угу. Вот. А еще что, в снегу ковырялись? Да. Много там снега накопали? Да. Дмир шишки насобирал, да? Где шишки твои? А я не собирал. Ты не собирал шишки? Нет. Только Дмир собирал, да? Вот она. О, какие шишки. Вот давай. Угу. Домой возьмешь с собой? Да. Повезешь в Турцию? Шишки. В Турцию что-то... мы еще не собираемся. Ну, надо уже собирать вещи потихоньку. Шишки. Ты нас уже выселяешь. Нет, я вас не выселяю. Ну что, пойдемте домой, нагулялись уже? Да. Да, да. Пойдем кушать что-нибудь будем, да, обедать? Ну что, попрощаемся тогда? До следующего видео? До видео! Пока! Пока! Пока-пока! Пока!